Вот смотрите, вот здесь куржак, вот видите яма, это старо, уже заросло. Ход он может быть небольшой, а весь куржак, он уходит по склону. Вот смотрите, видите, вот поэтому идешь он куржаком, вот покрываться вот этот. И вот туда к деревине уходит. Куда он его прорыл? Ну, это может старая берлога. А почему заключение я такое сделал? Потому что тут рядом, вот смотрите, вот здесь только я хожу, а больше никто не ходит. И вот сейчас смотрите, вот он куржак, вот видите, вот куржак. А. И он под этим ковром уходит, может на десятки метров уходить. И вот смотрите, вот он местами выступает, вот по лесине. И вот смотрите, вот коза шла, сразу раз, остановилась и резко уходит в сторону. И все, вот они до отсюда дошли, крутнулись, уже запах поймали, они уже не идут. Вот сюда я тыкать не буду пальмой, пускай. Конечно, потом посмотрю. Вот, говорите, вот стоишь, ага, снимаешь. Да его еще трудно разбудить. Будешь тыкать сколько, пока, чтоб он вылетел. А выскакивают эти сидуны. Так что опасного ничего нет. Надо весной прийти, посмотреть. Точно, не точно тут дырку сделал. Вот он там ниже копал. Это. Но там ему не понравилось. Он, видно, в камни въехал. А здесь само то для него место. Самое хорошее. Видите? И вот, вот до сюда они доходят. Вот. И все, они вот крутятся. Уже запах ловят, они не идут. Они же не человек, не прется прямо. Мне тоже вот один рассказывал, охотник, он ему скальп снял, Андрюха, хороший мужик, скотником работал, и белковал он, вот так же сел на валежину, просто на валежину сел и сидит, чаюет, ну, а тут у него собака прибежала и давай копать под валежину, он думает, что такое будет. Ну, думал, соболь. Взял, достал березы, нашел березы с рюкзака. Ну, думал, сейчас я его подкопчу. Ну, и сунул туда берестину. Ему... Он сначала даже, говорит, я не понял, а потом говорит, что это такое, блин, что-то заворчало. Я говорю, ты, а у его тозовка, кого он? Ну, ладно, собака, так гнала его. Но скальп снял он ему. Конкретно. Да бедный намучился он перед Новым годом еще. Привезли, а там хирург пьяный. Он ему на живо зашил. Вот дня три прошло. Все воспалилось, нарвало на это под скальпом-то. Вот потом он опять. А он, говорит, ему стакан спирту налил, пей, говорит. Он выпил, он говорит, раз мне заштопал. Блин. Не промыл, ничего, блин. Ну, пьяный уже под Новый год, как раз вот-вот Новый год. Но потом ничего, промыл, извинился перед Ёмой, я говорю, блин. Я думал, говорит, в тайге все чисто были. А он, видно, тряпкой, это, рубахой грязной забинтовал. Скальп-то натянул себе на голову. Вот так. Он даже не подумал, я говорю, не подумал, что даже берлога. А он под валежину вот так же выкопал, и все. Так что, а когда где там животинка шарится, рядом тут же шарится, вот, этого не бойтесь, куржак это просто, может вода выступать, может это, теплый воздух идет, так что это, не бойтесь сильно.
А вот когда вот начинает вот так вот животина отходить, вот она шла, что бы она ни прошла, они любят, вон, вон потише какой, куда она обратно ушла. Она же вот сразу учувствовала и развернулась и ушла в сторону. Они знают, где кто лежит. А так, что я там тасовал, это я для прикола. Потому что я знаю, что это там животина никакая потом шариться не будет. Да и в камнях тоже не каждый раз вырыет он. Ну ладно, всего доброго. Уже скоро обед, надо чаевать. Парочку поймал. С добычей меня парочку соболей. Все хорошо. Скоро.